немало призовых позиций, в том числе были и победы Юрьева Ярошенко 2007 год, Слепцова и Устюгов, Юрлова Шипулин. Побеждали тоже блестяще. И причем именно после вот той самой рождественской гонки 2012 года Шипулин почувствовал вкус настоящего что? Финишера. Застукали тебя? Здесь находится Рита, да. Как ты объяснишь? Просто ты рушишь елочку. И понятно, что вот этот старт имеет серьезный... Ты оторвал елку? Оторвал елку. Ну иди назад неси. Давай обратно теперь крепи. Молодец, молодец. Да, вот молодец, аплодисменты. Молодец, молодец.